Питере разработали эликсир долголетия. В составе препаратов, которые предлагают ученые Института биорегуляции и геронтологии, содержатся пептиды. Они-то и позволяют продлить жизнь почти в 1,5 раза. То есть это не лечение старости как таковое, а увеличение трудоспособного периода. В этом главная особенность нашей деятельности и вот той общественной приемной, которую мы можем донести до нашего населения. Общественную приемную института открыли не в северной столице, а в Москве. Этот центр первый в России, но не последний. Здесь и про пептиды расскажут, и посоветуют, как отсрочить старость, и дадут рекомендации по препаратам.